Приморье август всегда ждут особенно. Это начало сезона массовых отпусков и паломничества на побережье края. Уже прошедшая часть лета значительно встревожила тех, кто планировал провести его у моря. Но вот наступает август, а вместе с ним благоприятная, так долго ожидаемая солнечная погода. Жители и гости Приморья смогут наслаждаться ярким летним солнцем чуть больше, чем в июне-июле. Но отдых надо планировать с учетом того, что осадков не избежать. По осадкам ожидается некоторое превышение месячной нормы, которая составляет 161 мм выпавших осадков. Но это отнюдь не означает, что практически каждый день будет идти дожди. Просто в августе у нас чаще отмечаются дожди большей интенсивности, ливневого характера, когда за несколько часов может выпасть до 50 мм осадков. Что же касается тайфунов, которые, как правило, начинаются в августе, то в Приморье последний из них бушевал 8 лет назад. Наиболее мощными по силе ветра были Ирвинг и Эмма, а вот по количеству осадков – Джуди в июле 1989 года, когда ливень шел беспрерывно целых 6 суток. Влияние тайфунов 2012 года, которые этим летом накрыли Азию, жители Приморья ощутили пока совсем незначительно. Синоптики говорят, что в этом августе они свирепых гостей не ожидают. Мало было хорошей погоды еще. В августе надеемся только на солнце. Солнечную погоду с хорошим теплым летом, с морем, с отдыхом. Самое важное, что в августе приморцы смогут позабыть о моросящих и неуютных туманах. Солнца будет в достатке, и дожди настроение главного летнего месяца вряд ли испортят.